Гостей мероприятия встретили яркими творческими номерами воспитанники детского сада. В котором развивается современный ребенок, отличается от мира, в котором выросли его родители. Соответственно, появляются новые требования к дошкольному воспитанию, как к первому звену образования, и, конечно же, использование информационных технологий в нем. А вообще сессия посвящена тому, чтобы радостно, интересно, взаимообучаемо провести это время, чтобы подняться над суетой, над будничной, чтобы обменяться опытом друг с другом. На встрече с докладами об информационно-коммуникационных технологиях выступили заведующие детского сада и старшие воспитатели. Они рассказали о проделанной работе в этом направлении, использовании интерактивной доски в образовании младших дошкольников, мастер-классах с одаренными детьми и о пользе внедрения детских исследовательских проектов в воспитательную программу. Для нас это не новый вид работы, использование интерактивных технологий. Мы используем их давно, но, естественно, с каждым годом опыт прибавляется. Дети приходят разные. Мы, конечно, преследуем и индивидуальные особенности каждого ребенка, потому что дети приходят с разным уровнем знания компьютерных технологий. И поэтому все, что новое, оно все интересное, а то, что интересно детям, интересно и нам, педагогам. Семинар прошел в формате живого диалога. Присутствующим было предложено рассказать об инновациях, применяемых в их учреждениях, проанализировать полезность внедрения новых технологий и проблемы, связанные с этим. Методическая сессия продлится в течение 3 дней. Участников ждут открытые просмотры, мастер-классы и круглые столы с подведением итогов сессии.